Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем монтировать контейнерную площадку длиной 6 метров с отсеком под КГМ. Каркас серенький, профлист полик синенький. Начинаем сборку. Каркас контейнерной площадки практически готов, обшит поликом, нужно его прокрутить. Идут бурительные работы, скажем так. Фиксируем эту площадку в бетон с помощью анкеров. Сейчас докручиваем поликарбонат и зашиваем заднюю стену. Зашиваем ее таким же синеньким профлистом. Закончили мы монтаж контейнерной площадки длиной 6 метров. Как и говорил, профлист синенький, полик синенький. Каркас серенький. Смотрится супер. Стоит все на бетонной плите, закреплено с помощью анкеров. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40, основная арка несущая 20, ой, подпирающая 20 на 20, стойка из трубы 40 на 40. Покрашено все в серый цвет полимерно-порошковым способом. Вот такая красавица у нас получилась. 1,5 метра отсек КГМ и 4,5 метра это под баки, под стандартные мусорные баки. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!